Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем прохождение. Это тень другого игрока какого-то. Прохождение Dark Souls 2. Давайте, у нас мы лестничку спустили в прошлый раз, теперь пойдем и встретимся с глазу на глаз с дракошей. Ой, простите, мышка, да. Я играю просто на геймпаде, без мышки. Так. Ну, это у нас не будет особо какой-то проблемой, я думаю, ну, разве что, да, хотя, может и будет. Посмотрим. Первое, что нам нужно сделать, так это взять лук и вот начать стрелять по вот этому хвостику. Эх, хвостику, я так и уже забыл, как стрелять. Ага, вот так стрелять. Так, целимся, отпускаем. Ждем. Целимся, промазали, ладно, поздно отпустили, но ничего. Нам придется пострелять в него, ну, я бы не сказал, что мало, довольно-таки не слабо придется пострелять. Отпускаем, отлично. Я даже не знаю, урон на нем наносится довольно мало сейчас ему, потому что у нас стрелы големы, это все у нас вообще такое големое. Но зато я по два раза успеваю по нему стрелять, так что в принципе нормально. Плюс этот гад еще, ну потом, когда у нас самая жара начнется, когда мы будем, ну хвостом мы ему сейчас отстреливаем, мы получаем мечик с него великолепный. Я хоть и дровосек, но мечом таким пренебрегать просто не могу, потому что он реально облегчает жизнь поначалу очень сильно. Он такой хороший меч, который, так, которым мы, в принципе, оторвем хвост дракону и этим же хвостом, собственно, и убьем его. В принципе, когда я играл вот прошлое мое прохождение, я так пол игры с этим мечом проходил, потому что ничего лучше мне по статам просто-напросто не налазил. Это было, конечно, печально. Вот во второй половине игры очень-очень заметно. Я его апгрейдил, улучшил, там все как положено, но... Ну, насколько мог. А мог я не сильно, потому что нужно для него драконьи чешуйки выбивать, а они падают очень редко. Можно их фармить с драконов тут где-то недалеко, в принципе, с местных. Но они тоже довольно сильные, и в первой половине игры фармить их просто так не получится. Так, можно было стрелы, конечно, посильнее купить, хотя бы пару десятков, чтобы пострелять к нему в его хвостик, но даже не знаю. По-моему, это неоправданная трата душ. Ну, пока что хорошо. Мы практически всегда по два раза попадаем. О, есть, вот он мой любимый меч, вот он, мой маленький. Ну, все, придется бросить секиру, и, ну, потому что это меч, это тот еще меч. Вот, да. Давайте посмотрим на его характеристики, я как-то не показал сразу, да, давайте посмотрим, наверное, вот так вот проще будет посмотреть. Где там оружие у нас? Вот он. Да, 200 урона. Все остальное не столь важно. И как раз для него мы качали 16 силы. Вот такой вот черный шикарный меч. Берем его в две руки. Ну и сейчас начинается как раз вот то самое веселье. Это убийство дракона. Почему веселье? Потому что у дракона довольно много жизни. Я не знаю, как с ним воевать, как бы, по-другому. Так. Чё-то я немного... Ага, я вспомнил. Ага, да. Это делается все по-другому. Выходить просто так сюда нельзя. Нужно его выманивать стрелами. Чем дольше идет с ним битва, тем больше шансов, что... Он закроется крыльями и просто полечится. Так. Бам-бам-бам-бам-бам. Я сейчас
проверочка, как оно, я забываю просто все. Ладно, давайте. Меч. Так, так, потом. Как ты сжег меня-то, а? Как ты умудрился? Я вроде низко стоял же, нет? Разве? Ждем сейчас, пока он улетает. Так, вспоминаем, вспоминаем. Меч, в смысле лук, вот две руки, потом прицел, потом стреляем. Потом отжимаем, вот так, вот так, оп, оп, ну как-то так. Вот так, вот так, вот так, вот так, пойдет. Сейчас разберемся. Я все время забываю, путаюсь в клавишах. Ну, мне с джойстиком не очень привычно. У нас на клавиатуре это вообще было бы очень ужасно. Так, сейчас мы вспомним. Это такая у нас тренировочка идет шикарно. Оп, и похарим, и не успели. Ладно, ладно. Ой-ой-ой, зря мы тут не успели. Лучше бы мы не успели где-нибудь в другом месте. Укатывайся, давай укатывайся. О, укатился, отлично, успел. Доля секунды. Там просто, ну, выжить просто нереально. Я не знаю, как по-другому с ним воевать. Так, ладно. Первая попытка. Первый блин комом. Сейчас. Две руки, ну, неудобно. Неудобно. Так, выходим. Целимся. И натягиваем... Стреляем, отпускаем блок, берем меч и полетели. И похарим его, и уходим. Вот он наш попытался клювиком долбануть, это как раз то, что нам было нужно. Но зато похарим он получил знатно. Все, улетел малыш? Улетел малыш. Так, сейчас мы наловчимся, натренируемся. Оп, так, так, так. И будем успевать. О, хорошо. Нет, плохо, 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 плохо. Давай, 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 давай. Вниз, вниз. О, фух, успели. Отлечиваемся. Ну, конечно, если мы будем подставляться под огонь все время, то из этого дела не выйдет вообще, потому что ударов еще ему довольно много придется нанести. Все, он улетел. Так. Нужно еще как-то научиться с прыжка бить. Я пока что-то не научился. С прыжка урон побольше идет. Так. Меняем. Берем двуручник. И упрыгиваем. Нет, нет, нет. Вот это зря. Опять же, поджегся и все, умерли. Печаль, печаль.
неужели? Неужели? Фух. Вот это да, фантастика. 10 тысяч душ. Заберем те, которые я потратил. Тут уже немного, еще там... Тысячу, да. Фух, вот это да. Ну, мы справились. Это самое главное. А теперь у нас... Теперь вот там вот есть костер еще один. А, и это просто обалдеть. А, и клеймор. Клеймор тоже неплохой, в принципе, меч. Но, да, он пока что... Да, и нам не нужен будет, в принципе. Фух, отлично. Зажигаем здесь костерочек. И сразу же раскидываем очки и кидаем, в принципе, все, наверное, в силу, потому что нам понадобится очень много силы. Да. Чем быстрее мы наберем там нужное нам количество силы, я не помню уже сколько. Оно, по-моему, 50. Да, по-моему, 50. Ну, где-то около 50. Так, ну, хорошо, отличненько. Сзади появились скелеты, с которыми теперь придется воевать каждый раз, когда я захочу туда пройти. Но пока что нам это не надо. У нас есть очень крутой меч. И парочка еще ребят, которые хотят с нами повоевать. Например, вот эти, давайте, да, я убивал этого последнего, ну, дракона. Последнего дракона. Дракон, вообще это виверна на самом деле, потому что драконы вроде как покинули этот мир. Остались всякие недодраконы, виверны и мутанты, и всякая ерунда, которая драконам называться как-то нехорошо. Сломанный меч, великолепно. То, что я искал, да. Тут «Восславь солнце» и «Прекрасный вид» написано. Я уверен. Хорошо. Хорошо. Так, что у нас тут? Тут ничего. А, еще можно было бы... А, нет, в принципе, да, идем сюда, давайте. А, так как, да, я убивал этого дракона, ну, довольно медленно, я скажу. Точнее, ну, в принципе, медленно, да, я его очень медленно убивал, без этого, без звука, в принципе. То мы заодно сейчас, заодно... Это спуск. Давайте спустимся вниз, посмотрим, что там. Я, в принципе, помню, что там. Там гадские крысы, которые отравляют. И эти отравления... Ой-ой-ой, могут ничем хорошим не закончиться. Давай, умирайте, гадские крысы. Фух, в принципе, повезло. Не отравили, можно сказать. Это еще яд полностью не набрался. Так, хорошо, что... Прозрачная стена... Да какой-то налом, по-любому. Да я уверен, что это налом. И давайте глянем. По-моему, здесь есть что-то интересное. Давайте мы его с луком бахнем. Вот так тебе. Ну, сейчас я посчитаю, буду попадать, конечно же. Ну, дружище, ты идешь? О, идешь. Молодец, молодец. Хороший мальчик. Вот. Теперь, в общем, все теперь умирают у меня с одного удара. Ибо меч просто обалденный. Так, по-моему. Молодец. 160 урона. Нет, ничего здесь интересного. Или, по-моему, постойте. На серединке, по-моему. Что, тоже нет. А я-то думал, ну, в общем, да, не избежать. Избежать. Это как раз был путь, чтобы обойти дракончика. Можно было там вниз спуститься. А, и вот так вот его обойти и пройти себе спокойно дальше. Ну, как спокойно? Условно спокойно. Но дракону потом можно было вернуться со временем, когда мы уже почувствуем нашу силу. Ну, я думаю, что там какие-нибудь души хотя бы будут на крайняк. А то что-то как-то грустно. Ну и давайте попробуем таки повоевать с... Здесь еще один стоит черный рыцарь. Посмотрим. Я его тоже, по-моему, с первого раза убил без каких-либо проблем, мне кажется. Но я, во всяком случае, не помню так, чтобы мне эта битва запомнилась. Помню, что я вот так вот обошел его, да, сзади. Обошел. Аккуратненько, так, надо вот так вот его зачикать. И обошел сзади. И
Бэкстаб ему впилил, и ничего не получилось. Ладно. А, ну правильно, у меня просто уже этот меч, а этот меч весьма нехилый такой. Так, отцепись, привязка, давайте ему сейчас вломим. Или он нам вломит, 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 прыгай, прыгай, катись, катись отсюда, катись куда-нибудь подальше. Нет, вниз, вниз, давай, 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 давай. Выходим и куда-нибудь вот сюда, на открытое пространство. Давайте бутылочку выпьем. А, еще одну выпить. Нормально. Да, давайте еще одну выпьем на крайняк. Вот с этого у рыцаря тоже меч может выпасть такой знатный. Давай, бей. Бей, говорю. Ох, хорошо ударил, молодец. Давай, бей. Молодец. А теперь я ударю. Оу, нет, нет, я говорю, я теперь ударю. Да что так? Все, все, все. Я укатил. А-ха-ха! Похарят, такая подача. Ну, рыцарь знатный. Ладно, сейчас мы бэкстабом просто влепить не смогли. Это как-то грустно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, немного не так я хотел, конечно. Не получилось. О, завис. Он заглючил. Уходи, уходи, уходи. Он заглючил пока. Пей бутылку. Ох, вот это подача. Все, уходим. Попробуем его выманить на чистый такой. Один на один на нормальный бой. Я не думаю, что получится что-то, конечно, толковое. Но мало ли. Так. Давай пей последнюю, предпоследнюю. Может, он вернулся на место? Такое бывает, интересно. У меня такого не было ни разу. Ха, странно. Че, серьезно, вернулся просто-напросто? А ну-ка. Обрадуйте меня. Правда, ты стоишь там и наблюдаешь? О, молодец какой. Молодец. Так. И давай. О, да. Ну все, теперь я должен тебя добить. Просто обязан. Отлично. Все. Все, ребята, это победа. Обломок титанита. И все, меч с него не выпал, к сожалению. Окей, все, на этом я буду заканчивать серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.